Бостон — это не только портовый город и архитектура, а еще и доступ к океану. Вот. Сегодня погода лучше, чем была в прошлый раз, когда мы были на побережье. Тогда был жуткий ветер, было ничего не видно, не слышно. А сегодня очень даже ничего. Водичка, конечно, прохладная, я вам скажу. Такая очень бодрит. Но, да. Так, ладно. Пора заканчивать видео, это сейчас будет нецензурная лексика. Да. Напомню, потому что был ветер. Это городок Рокленд, чуть севернее Бостона. Вот приятное местечко на берегу океана. Местами напоминает Италию, местами напоминает, я даже не знаю, что обычный средневековый приморный город. Такие вот милые дворики с деревьями. И, конечно же, Марина.